Сегодняшнее мероприятие стало большой неожиданностью для меня, потому что, в принципе, я не думала, что у нас подобное практикуется в родильных домах. И вообще, в принципе, как это мероприятие, как и, так и многие другие, все-таки желательно, чтобы проводились для будущих родителей и для матерей, и для отцов, потому что это прежде всего необходимая основа. Сегодня молодым испеченным отцам вручили не только детей, но и подарки. Было все очень интересно, очень красочно и любознательно. Спасибо за то, что есть, вот, что, за то, что сотрудники МЧС неравнодушны, приходят к нам, помогают, потому что дело мы должны делать одно.